Всем большущий-пребольшущий привет. Пошла я в магазин. Вот они, реалии сельской жизни. Сверху в новой курточке. А снизу в ботильонах деревенских. Сельских. Я ж в селе живу. Дождик, дождик капает. Пошла вообще в магазин я за хлебом. Еще надо взять крышки, чтобы закручивать сливовый компот. А то у меня закончились. И хочу взять белизну, если здесь есть. Если здесь нет, то уже не пойду туда дальше. Потому что дождик капает, то солнышко выглянет, то дождь ливанет. То вот сейчас иду, мелкий-мелкий такой капает. В общем, уже ладно. Какой Алиэкспресс? Так, вот. Вот вам. Крокодилы. Нет. Они вкусные. Крышки взяла. Белизну взяла. И хлеб взяла. Я хочу вот это взять. Вот просто сладкая вода, вот эта, или из-за этого я цену увидела, обалдела. 53 рубля, вот такая вот ерунда. Это же можно пачку молока купить. Молоко целую пачку можно пить. Элиза вот любит. Настя тоже. Ножницы, вот и положи на место. Отрежь на место, ты уже, Элиза, мне одни ножницы сломала. Да? Получилось? Время уже 5 часов вечера, чем я тут занимаюсь. Я еще кручу 6 банок сливового компота. Там уже одна баночка у меня стоит на вот этой, на лестнице. Ну и у меня новое достижение. Я теперь умею закручивать крышки, поэтому я теперь официально самостоятельная и независимая женщина. Сама сливу набрала, сама банки помыла. Сама все сделала, сама залила баночки, сама закрутила. Ну, независимая женщина. Так что сколько нас девушек там, независимых девушек, женщин, девочек. Я теперь в вашем тоже числе. Принимайте меня, пожалуйста. Я сейчас намывала полы, пыталась навести порядок. Хоть какой-то порядок, потому что меня стало напрягать вот этот вот бардак, особенно в коридоре, помыла полы. Отсюда убрала, получается, я духовой шкаф, перенесли с Валерой на обеде, он был как раз-таки вот сюда, пусть здесь пока все это стоит, потому что заходишь, и меня прям бесит то, что здесь прям коридор захламлен. Фанеру пока сюда поставили, вот немножко дверь прикрывает. Что еще мы сделали? Банки тоже под лестницу спустила. Но сейчас пока вот сюда поставлю, потому что не знаю, как ламинаты отреагируют на горячее. В принципе, навряд ли что-то будет, потому что вот этот ламинат, он совмещенный с паркетом, но все равно не хотелось бы портить. Здесь, в принципе, я ничего не делала, только вот газовую плиту помыла, посуду намыла. И, в общем, пока я мыла-мыла полы, мне позвонили и сказали, ваша кухня уже готова. Мы вам ее привезем через 2-2,5 часа. Представляете? Это же еще должно было быть 6... Ай, кипяток, горячая ручка. Еще 6 дней она должна была идти. 13 числа. То есть надо посмотреть, сколько она шла. Когда мы ее заказали, то какого числа? В общем, не помню. Но даже если минус 6, ну, где-то дней 8, вот так, всего лишь. А все потому, что мы рядом с Пензой живем. Вот. Поэтому хорошо. Но, единственное, но, у нас-то еще ничего не сделано. У меня, конечно, антенны торчат. Ничего не сделано. Единственное, что вчера Валера сделала, это перенесли вот сюда вот эти трубы. Потому что здесь будет в углу же стоять мойка. Надо гипсокартон, надо фанеру менять. Я Валеру сейчас позвонила, обрадовала. Говорю, давай, как хочешь, хоть всю ночь ремонтируй. Ладно, канализацию он еще как бы здесь выпилит, все сделает, закроет, прикроет и пролезет, канализацию подключит.
Надо будет гипсокартоном стену обшивать. Ну ладно, это мы тоже с Валерой быстро, потому что мы профиля ничего не будем ставить. Это довольно ровная стена. И нужно еще розетки проводить. Здесь, получается, Валера от счетчика не подключил, а только провел вот кабель. Вот этот вот кабель отсюда будет как-то выходить. Здесь будут стоять автоматы. В общем, надо разводку эту делать и подключаться. Так что сейчас ждем новую кухню, когда привезут. Ну, естественно, нам ее соберут только, наверное, в выходные, потому что Валера навряд ли успеет за сегодня. Как бы он же еще работает, в выходные уже нам ее установят. Со сборщиком договоримся, чтобы, может, на субботу, может быть, на воскресенье, чтобы уже приехала за эти дни. Быстро все делать. Вот. В идеале было бы, если бы на субботу. Сегодня там полы поменять, например, гипсокартон прикрутить. Ну, конечно, это все так кажется просто, а по времени это очень долго получается. Вот так, сейчас полы перемыла, две банки, получается, я закрутила. Сейчас еще те подостынут, и еще две баночки надо будет залить. По одной банке в одну кастрюлю выливаю, потому что, когда сахар насыпаешь, мне некуда, получается, выливается. И у меня еще, мне кажется, навряд ли хватит этого сахара. Ладно, здесь у меня еще есть сахарок. Не знаю, насколько хватит, настолько хватит. Если что, буду прям в компот сахар добавлять. Ну, что ж теперь сделать? Я-то думала, у меня много. Ну, все. Кухня дома, душа спокойна. И, Лиза, ты прям как Фроська. Теперь у нас весь зал в коробках. Еще коридор. Вот такая вот у нас столешница будет. Такого мраморного цвета. Сейчас вам покажу еще, какая будет мойка. Мойка будет вот такая. То, что я пока могу показать, покажу. Она такая, белого цвета. Гамма какая-то написана. Такая гладенькая. Здесь такую крапинку черную. Комплект тоже все идет. Ну, наверное, все. Не знаю. Вот это что-то туда вставляется. Это я точно знаю. Это под мойку. Здесь еще вот такое отверстие. Непонятно от чего. Не такая приятная. Я уже хочу мыть посуду. Я не брала со всякими вот, где сушить посуду. Я хочу заказать специальную, забыла, как называется штуку. Ну, в общем, ее раскладываешь и вот туда ставишь. Посуда высохла, убираешь посуду, протираешь, все и убираешь. Вот, потом я вам покажу, что это такое, когда закажу. Вот так вот это будет выглядеть. Поэтому я экран взяла высокий, потому что я знала, что у меня мойка будет огромная. Ну, хотя, как огромная? 600. Как бы, если без этих, без всяких вот. Ну, вот так вот, в общем. В общем, теперь Валера вышел. Антоха, спасибо огромное Антону за то, что он помог, потому что столешница очень-очень тяжелая. Она 4-метровая, 4, по-моему, с чем-то даже. Не стали брать мы такую тонкую, мы взяли 38 миллиметров, по-моему, то есть такую толстую, нормальную столешницу. Вот она здесь так выглядит, сейчас вспышку включу. Она здесь уже сразу чем-то обработана, зеленой штучкой. Нравится столешница, гладенькая такая тоже, пленка, ЛДСП в пленке. В принципе, стандарт. Не массив, ничего. Стандартно. Теперь я хочу поскорее видеть ее у себя на кухне. Валера тут открыл одну фанеру. Я тут гречку наготовила, рыбу нажарила. Наш ужин. У меня с рыбкой, у Валеры с сосисками и с мясом. Валера, потому что минтай не ест. Девчонки захотели просто рыбку покушать. Вот, вместо соуса у нас подлила вот из салата, да? Так что будем сейчас кушать. Приятного аппетита!
Громко, да, папа шумит? Да. Девочки уже какой день под такие звуки засыпают, да? Настя, да. Надо будет чтение вытащить и принести тетрадку в клеточку. Музыка завтра у вас первым уроком будет. Ненавижу музыку. А я люблю музыку, потому что надо танцевать. А там нужно учить песню. Там песню. Да ты быстро учишь. Давай. В ТикТоке быстро вы учите? Да, вот. Пусть Джуси на туся. Почему я на туся? Джуси, Джуси, деньги, деньги, мани. Давай. Ты что, хакер? На двух телефонах играешь? Сегодня у меня дети лохматые ходят. Да? Маме сегодня некогда, у мамы еще там 3 стиральных машины постиралось, надо сейчас повесить. Сейчас подпишу тетрадь, пока помню. Настя, а что это у тебя здесь такое? Что-то сырое, ну-ка давай-ка надо вытереть. А это у тебя что, мусорный пакет, что ли? Да. Давай вот это вытри, я сейчас буду подписывать. Полотенчик вон там лежит, возьми. Настя сегодня вон какую сову сделала. Не сегодня, а вчера. Сейчас поиграет, просто маме надо подписать. И ручку еще ты мне дашь. Надо, а что ты в розах цветочки не... Ой, водичку не меняешь? Надо менять. Смотри, она у тебя уже вон там желтая. Надо менять. Конечно, дай мне ручку сначала. Ручку дай. Где твой рюкзак? Лиза. Я говорила про внизу и рюкзак. Там грязно. Да, нет, давай сначала ручку принеси мне, потому что маме еще надо вон белье. Огонь не включаем, потому что тепло. Но почему-то вот уже второй день у меня до конца все высохнуть. Одежда не может. Сейчас потрогаю то, что высохнет. А надо же развешивать. Одежду развешивать надо. Здесь я тазы еще убрала, потому что не помню, зачем мне надо было. Что-то мне надо было. Нет, давай мне ручку доставай. Я же не могу. И вот она на втором этаже, не знаю, вроде бы тоже тепло. И Настя даже вон окошко открывает. Да? Нормально, потому что на втором этаже всего душ. А что это у тебя такое написано? Амина? Да. Что за Амина? Ты... Не Амина, а Алвина напиши. Я фанаточка одной девушки. Фанатами красиво. Быть плохо. Очень хорошо. А ты что, не фанатка, что ли, мамина? А? Фанатка. Ну, значит, здесь Алвина должна быть написана. Ты какую-то Амину. Ты что? А я фанатка мамы и фанатка. Конечно. Мама же тоже блогер. В конце-то концов. Алвина тут должна быть написана. Я фанатка мамы, и я фанатка Амининой подруги. Да, понятно. Фанатки. Подпишу. Как хорошо, что у нас нет соседей, да? Никому не мешаем. Но. Аляр, все, ты уходишь от меня? Да, все, покидаете. Покидаешь? Да. Ты что там все, свет протягиваешь, да? Свет там под дом дожил, да? Тоже? Жена под дом мужа под выгоняет. Полом. Вроде дома, вроде нет. Сейчас пробурил же я его. Для воды сейчас все перенести надо полностью. Ага, ты пробурил, да? Да, дырки пробурила. Ага. А вон та дыра ничего. А? А вон та дырка что? Какая, вот эта? Да. Для воды, для канализации. А вон там что? Все это уберу же. Ага. Я же сюда переношу, чтобы тебе сказать. Ну ладно, я просто не понимаю. А-а-а. Зачем? Вот так же. Было же здесь и здесь. Да, а да, это да. Здесь и здесь. Все. Угу. То же самое будет у тебя просто. Угу. Если что, вот это мне потом подать. А вы не рядом вот здесь вот так что сделали? Кого? К стене. Нет, а что рядом тебе? Ну, если дальше сделаем, дальше шкафа будет тогда. Торчать вот это. Мешаться другому шкафчику. Угу. Все, поняла. Нет, отсюда же будет раковина. Угу. Нам какая разница, нам воду подключить и все. Угу. Зато шланги те 1,50 м не придется. 1,20 м покупать длинные не придется. Угу. Родные вот эти пойдут в комплекте. Заводские хорошие. Так, мне что надо с собой?
Ключ газа на всякий случай взять, да? И то он у меня здесь был, вот. Муха переходной. Ну ты скажешь, что я тебе вон туда брошу? Нет, сейчас ты. Ты возьми то, что я не знаю. Я тут сейчас подметаю опилки, но это так уж, конечно, бесполезно. Здесь тоже составили все аккуратненько шкафчики, чтобы можно было здесь ходить. Сейчас тоже подмету все это. А то здесь все по всему залу раскидано, то есть ни пройти, ни проехать. Только единственное, здесь мойка вот осталась. Ну пусть она здесь и стоит. Это, да? Вот это возьму на всякий случай. Чего, Валер, говоришь? Под шланг дырку покажи мне. Вот здесь. Где? Вот этот? Я не вижу, а что ты. Ты мне здесь свет. Ну, видно же. Ты палку теперь засунь туда. А? Палку какую? Вот. Хера не вижу. Палку-то засунуть. Ну здесь что-нибудь поставить, пушку какую-нибудь, блядь. Да я вижу тебя что-то. Что ты делаешь, я от руку сел в середине. Где ты сбиваешь? Ты где? Вот я. Где? Ну вот сюда. Ты руку не доворачивай, прям напротив тебя. Как к залу, что ли? Так, здесь так. Здесь фундамент. А, вот я, видишь, вот, вот здесь я. Видишь? Нет. Видишь? А, вот что ты видишь. Алвен? Ага. Вот пока. Этот шланг к стене прислонен. Вот, ну он как бы дальше вот этой синей штуки. А ты вытаскиваешь его? Полностью, что ли? Да. Повыше. Давай я сейчас тебе видео включу. Тогда мне надо убрать вот этот тазик, чтобы примерно понять. Не бери. Я сейчас тряпку положу. Кто здесь течет? Так, надо, получается, на уровне, да? А? На уровне синей штуки вот этой. Ну давай вниз. Ну, примерно чуть выше. Медленно, медленно вниз делай. А, выше? Ну медленно, ты так резко выше. Чуть повыше. Чуть ниже один раз. Вот так, наверное. Примерно так будет, да? Ну, я думаю, да. Нужно понять, я не знаю. Ну, просто ты этот потом спустишься и уже сам все поймешь. Поднимешься, точнее. Что, Дуся? Бригадир ты наш. Там все жарко, нормально? Да, жарко. Жарко? Ну, ты еще одет просто. Куртку. Время 15 минут первого. Нифига не сделано. А кухня уже стоит. Ждет своего часа, да, Валя? Ладно, вот так, в общем, у нас проходят эти дни. Ремонт на кухне. Да, Валера старается с одной работы на вторую. Ради семьи, ради жены. Ради сбывшейся ее мечты, да, Валер? Ну. No. Том уже машина есть, а у меня кухонного автомобиля нет. Правильно мне написали. Забыла, кто. Извиняюсь. Что для женщины как раз таки кухня, это как для мужчины автомобиль. Вот такие вот дела сейчас. Что сделаем, доделаем. Завтра уже вам все покажу. Так что всем пока-пока. Всего хорошего. Пока-пока.